Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами совершим путешествие в город Сочи. В городе Сочи удивительная по красоте природа, целебный климат, ласковое и теплое море и источники минеральных вод. Давайте мы с вами посмотрим на герб города Сочи. Герб разделен на четыре части. В первой части серебряные три горы. Это символ города с уникальным горнолыжным курортом. Во второй части золотая пальма, символ богатства города, вечно зеленая растительность. В третьей части солнце, это пляжный курортный сезон. В четвертой части пояс, представляющий волны Черного моря, которые омывают город. Центральное звено – это чаша с огненной водой, это символ сероводородных минеральных источников. Железнодорожный вокзал города Сочи – это памятник архитектуры и заслуженно считается первой достопримечательностью города Сочи. Вокзал считается одним из самых красивых в Европе. Особенно выделяется высокая башня с часами, которая видна издалека. Морской порт города Сочи – это самый большой пассажирский порт на Черном море. Он открыт для захода судов под любым флагом круглый год. Морской порт представляет собой знаменитое здание со шпилем. На его конце изображен орден Великой Отечественной войны. Около вокзала есть красивый сквер с фонтаном. В порту два причала, к которым подплывают корабли из разных стран. Самый популярный курортный парк города Сочи – это парк Ривьера. У самого входа в парк есть памятник человеку, который заложил этот парк – Василий Алексеевич Хлудов. В парке имеются многочисленные аттракционы – спортивный городок, скамья примирения, океанариум, дельфинарий, зеленый театр, где проходят концертные программы и шоу. Парк является местом, где растут многочисленные виды деревьев и кустарников, в том числе и редкие. Главная достопримечательность парка – это поляна дружбы, на которой растут магнолии, посаженные известными людьми. Среди них был и Юрий Гагарин. А еще в парке есть очень интересная аллея писателей, где можно увидеть бюсты Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Сергеевича Тургенева, Владимира Владимировича Маяковского. Основным фактором, благодаря которому Сочи является весьма полезным для здоровья, это Мацеста – легендарное место рождения сероводородных источников, которое славится своими целебными свойствами. Вода этих источников мутная, бирюзового оттенка. Близко к ней подойти невозможно, настолько силен запах сероводорода. И еще одна достопримечательность города – это парк Дендрарий. Он состоит из двух частей – верхний и нижний. В парке растут растения, которые привезли из разных стран. В парке созданы отдельные уголки для отдыха. В верхнюю часть парка можно попасть в вагоне канатной дороги и спускаясь вниз пешком, рассматривая скульптуры и фонтаны, вольер со страусами. В нижней части парка построен аквариум, в котором представлены обитатели Черного моря. Имеется пруд, где вы увидите величавых лебедей, уток, пеликанов. Возле пруда бегают выдры и дикобразы. В нижней части есть красивейший розарий. На горе Большой Ахун имеется смотровая башня. Этот памятник архитектуры федерального назначения. С башни открывается великолепная панорама побережья от Лазаревского до Пицунды и Кавказских гор. Красная Поляна – это уникальный горнолыжный курорт России, расположенный в районе города Сочи. Здесь прошли все соревнования зимних Олимпийских игр 2014 года. Один из главных объектов зимних Олимпийских игр в Сочи – это Олимпийский парк. На его территории находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования. По хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Поющие фонтаны находятся в Олимпийском парке на Центральной площади, но они заслуживают особого внимания, так как они уже стали настоящей достопримечательностью города. Впечатляющее зрелище достигается благодаря уникальной конструкции в форме огромной чаши и расположенной рядом стелы факела. Именно тут зажигали олимпийский огонь. Сам фонтан выглядит как большая жар-птица с огненными крыльями. Тематический парк развлечений города Сочи. Иначе его еще называют Сочи парк. Вся территория парка разделена на тематические зоны, ориентированные на те или иные интересы, возрастные категории. На каждом шагу стоят персонажи из любимых народных сказок. Самым маленьким нравятся простые карусели, игровые площадки, качели. Для более взрослых и смелых предназначены развлечения посерьезней, в виде горок «Квантовый скачок» или «Змей Горыныч».
В Сочи много мест, где можно насладиться красивейшей природой и чудесными видами. Солнце светит в Сочи почти круглый год. Зимы здесь мягкие и белоснежные. Природа здесь уникальна. Для ее охраны созданы специальные заповедники. Сочи – это курортный город России. Черное море и берег лазурный. Город заложен был здесь на века. Хоста, Ривьера, Ахун и Мацеста, роща Самшита и Сочи-река.